На Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннефер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Охотника не услышит. Ну, наконец-то! Не знаю, как у вас, а у нас, если кто согласился вести дела, то потом не телится. Какие дела? Ладно тебе, давай прямо говори, времени и так нет. Нильф этот, Вилли, говорил, что пришлет сегодня за товаром. Так что топай внутрь и веди себя прилично. Ну ладно, идем. Только без глупостей. Теперь уж поздновато. Купец всех заберет. Так никто ж не заметит. Ни хрена себе, ну и вонь от этого груза. Приходится платить за богатую добычу. Да, таких набегов у нас не бывало. Я бы с ней уже с добычей. Говорят, ты меня ждал. Как там товар? Нескольких пришлось успокоить, но все без особых повреждений. Это сильные островитяне. Будут хорошо на тебя работать. Хорошо. Вилли халтуры не любят. А тебя точно Вилли прислал? Я-то ожидал кого-то более нильфгаардского. По-твоему, я должен носить большое солнце на груди? Тогда я буду достаточно нильфгаардский. Ладно, ладно, без нервов. Товар готов. Не люблю, когда людей называют товаром. Да мне один хер, чего ты любишь. Помнишь, насколько мы договаривались? Деньги с собой? Ты что-то напутал. Я уже заплатил. Я пришел только людей забрать. А, да, да, точно. Остается вопрос, как их довести. Доставкой мы не занимаемся, так что лучше всего будет, если ты приведешь свой корабль сюда, в залив. Просто дай мне ключи от клеток. И что потом? Пехом будешь их гнать? Один? Кто не дойдет, тот не дойдет. Вилле нужны только сильные. Ну ладно, бери. Только чтоб потом жалоб не было. Они теперь твоя собственность.
Соблюдай наши обычаи, приблуда. Что с тобой? Укусил меня, ублюдок. А ты отчаянный странник. В одиночку путешествовать. Приехал. Теперь вы принадлежите мне и должны меня слушаться. Кто будет дергаться, убью как собаку, понятно? За мной! Вы свободны. Идите на запад, доберетесь до деревни. Спасибо, ведьмак. Еще раз спасибо. Я 30 сотен баранов убил. 20 сотен баранов. Кошель-то не перевешивает. Ты дурак? Тебе чего тут? А ножик у тебя ничего. Тебя кошель-то не перевешивает. Сейчас усну. А ты отчаянный странник. В одиночку путешествовать. Следи за собой, белоголовый. Я 30 сотен баранов убил, 20 сотен баранов съел. Из них 4 привонючие. Вас слышно на другом конце острова. И он... Возьми... Она согла... То есть... Нет, и не... я так... только... И речь... Я не... Тогда не... Но... Она не... Маск... Маск... Что? Нет! Быстрее! За мной! Надо нейтрализовать маску! Гроза, мать ее. Геральт, осторожней! Замечательно. Ен. И... Мышь. Тогда. Он. И что? Мак. Дир. Мне. Да. Ну, по. Сюд. Первый. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Пока мы не будем.
всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина, это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Ну как, готов? Используй маг. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Лучше сдавайся сразу. Надень маску. За Цири гнались, видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Ну как, готов? Используем. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Теперь... Вот. Я рад... Ну так что... Похоже, и мы пока их приход. Надо. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы. Сейчас. Дезинфицируй.
Наверное, что? Значит... Они... Но... Жил... Но не... Цири... Либо это... Это... Люди... Кто... Здесь... След... Я буду... Подожди, может, отпро... Ты... Я была на Хиндарс... Розарю... Они едва бриться-то начали. Уже лежат в земле. И это вы ведь... Да. Вы хоть что сл... Продолжай. Я вы... Куда? К морю. Хва... Излага... Мы ищем... Разве это да не забуд? Заб... Она... Теперь мне трус. Прости. Это сбеж в верно. Интересно. Я... Не дали. А теперь Морской самый говори вверху прокля. Я могу избавиться от Морквардера. Спасибо за пол. Обычно. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придет время, увидишь. Ты могла бы иногда быть помягче? Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Эй, Геральт, вернись! Да. Ого. Это, наверное, и... Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. Он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только не человек. Поэтому... Как? Ладно, тогда до встречи. Осторожней. Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Внизу что-то есть. Ни хера не видно. Неглубокие следы. Он шел осторожно. Ты
Никаких укусов. Моркварк не пожирает жертв. Странно. Это трус? Нет, он давно здесь лежит. Что? Не слышу. Хочешь поговорить? Подойди ближе. Ее чувство и правда слабее. Кровь труса. Кровь труса. Двери не шелохнулись. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ. Надо осмотреться, может, что найду. Видно, Моркварк так просто не сдается. Еще одно тело, снова нетронутое. Много следов. Старых и свежих. Логово должно быть рядом. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Без ключа не выйдет. Моркварк проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Символ Фрейи. Моркварк не пожирает свои жертвы. Странно.
опять выросла. Всегда. Не за... Значит, решил поговорить. Я еще... Ты что-то... Значит, не... Вечер... Я бы на это не рассчитывал. Дура! Следы ведут к колодцу. Видно, он предпочел утонуть, лишь бы не дать себя съесть. Корни. То есть Йен сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь. Когда найдешь труса, сразу скажи. Кровь труса. Йен, я нашел его! И... Йен, нет смысла... Смысла нет спорить через решетку. Поговорим наверху, ладно? Йен, ну пойдем. Процесс гниения... Разговорить можно каждого. Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты? Прости. Про... Чела, чела! Ты... Цири. Ласточка. Слышь... Сейчас... Угу. Повтори... О, Спак... Мы... А где... Ушел... А почему... Нет... Иск... Без ма... Халь... Видно... Много... Эй! А что... Ага... Не... Ла... Не вы... Астрид. Ой, девушка. Нет. Все. Бай. Мы тебе... Вот и... Да что я... А этот в маске. Он должно быть издалека? О, да. Очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Как я? Как я, ты бы не хотела, поверь. Хорошо. Значит, мышцы работают.
И следи за тетивой, чтобы поносу не тёкнуло. Отец, я знаю. Видела, как Снорри разоделся. Весь искрится от золота, хоть глаза скрыл. Говорят, он собрался просить руку. Добро. Залезай и раздевайся. Догола? Ну, вроде как. Пойдем, а то я уж мурашками покрылась. Вот и... Ой, ну что это? И... Это я... Ну, слушай. Знаешь, что? На карапнуть. Да. И что ты скажешь? Надеюсь, почему? Ты раз... В три... Астрид! Ой. Надо сказать, он очень даже ничего. Полди... Хва... Понимаю. Ты этот... Где... В общем, за это спасибо. Ещё. Холодно. Матери скажу, чтобы белья сняла, а то буря идет. О! Я... Только... Что? Ты... Да. У нас... Спад! Стой! Я... Thank you.
Что? Дикая. Рагна... Давай. Не знаю, как тебя благодарить. Осторожно! Скачи, Цири! Не оглядывайся! Быстрей! Быстрей, догоняют! Что? Дик. Рагн... Давай. Осторожно! Скачи, Цири! Не оглядывайся! Быстрей! Быстрей! Догоняют! Что с тобой? Говори, кому из... Что? Она... Ты знаешь... Не себе... Ян. Да, Риц... Ты могла бы проявить... Это не то... Я знаю. Геры. Рука успа... Не под... Простите. И это... Ничего. Я по... Подожди. Это вот чер... Ник... Йен, ты не должна была это делать. Нет, я не х... Мне кажется... Гер... Может... Ты не... Зна... Мы... Мы прошли... Передо... Что? А это может подождать? Извини, я должен еще кое-что сделать. Ну ладно, раз должен, значит должен. Я подожду тебя в Ларвике, но недолго. Если не встретимся, увидимся в Вызине. Я попробую обыскать дворц. До свидания, Ед. Постой. Это дело в Ларвике. Оно действительно очень важно для меня.
крылью. Кусай, это должно идеальный друг не перебивает, не умничает. Ты даришь себя любовь, но ты слишком слаба, чтобы отправляться в дорогу. Спасибо, но я не хочу... Приветствую тебя в святилище Фрей. Ты послушница? Правда? Сестры Аст... у меня... Прощай.
Здравствуй. У меня есть еще... Я пришел... И ты... Моркварк мертв? Я поверю твой... Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Зачем тебя привела богинь? Мне кажется, я... Ты не почит... Нет, ну я... Фрейер, что тебе... Ты можешь рассказать? Случилось так, что Фрейя возрадовал. Не знал, что... В этом свете не отвергай. Пока. Прощай. Что-то действительно разнесло его на куски. Похоже на кровь, но... Это красная глина. Могущественная Фрейя. Сделай так, чтобы... А ты кто такой? Я был... Ну да. А мы их... Я... И за... Зачем? Ну... А... У нас есть сердце. Забьем врагов топор. Он... Эй, а ты куда? Thank you.
пришелец. На штурм! Этот последний. Надо вытащить оттуда труп и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда. Хорошо, что ты с нами по... Благод... А, спасибо. Я за тобой слежу. Эй, а ты куда? Да будут прокляты ваши имена. Чего? Привет, Геральт. Слуг... Трост! Я... Назад! Теперь пост... Я... Что нов... Что... Хорошо. Симус. Говорят... А? Но... Ну, про... Так что... Я не знал, что... Так это ж не человек! Ну, и что? А, долго рассказывать. Где мне найти этого? А ты что? Ага. И... Ха, добро. Иди пойми. Спасибо за...